Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем красивенную сумочку, девчонки, на лето, быстренько вяжем и наслаждаемся. Значит, нитки вот такие вот у меня. Кто, девчонки, спрашивает, я не знаю, где их у вас купить. Вот я показываю этикеточку, вот так вот, такая текстильная, как шнурок, ниточка. 250 граммов, 125 метров. Крючок 5 миллиметров. Можно взять больше. Это как вам удобно. Пятерочка крючок. Вяжем цепочку из 7 воздушных петель. И далее вяжем столбиком без накида. Так, одну петельку пропускаем. И с второй начинаем вывязывать. Последняя петелька, вот где наш узелок. Из него мы вывязываем 3 столбика без накида. 2, 3. И поворачиваемся и вяжем напротив каждого столбика, который мы вязали, еще по столбику без накида, то есть возвращаемся. Еще точно такое же количество, 6 столбиков без накида. 3, 6. Вот она наша заготовочка. 6 и тут 3 у нас. Делаем 2 петли воздушные подъема, поворачиваемся, вяжем столбиком без накида. 1. 5, потому что здесь у нас вместо столбика петли подъема. И вот здесь вот наши 3, которые мы вязали. 1, 2, 3. Из каждой вывязываем по 2 столбика без накида. 3. И далее продолжаем ряд без изменений. 6. 2 петли подъема. Поворачиваемся. Вяжем снова. То есть здесь и здесь мы вяжем ровно. В этом полукруге мы должны, так как петли у нас добавляются, в каждом ряду мы должны добавить 3 петли. То есть сделать 3 раза по одному добавлению. И вот смотрим, здесь у нас как бы ровно выглядит. Здесь нам нужно заокруглить. Добавляем. Одну петлю провяжем без изменений. Снова добавляем без изменений, ну и третье добавление. Вот до конца ряда вяжем ровно, то есть не больше, не меньше, 3 добавления в каждом ряду, просто располагаем их хаотично. Вот как у нас лежат петли. Сейчас я провяжу еще один ряд, вам покажу. И далее вы продолжите самостоятельно. 2 воздушные петли, поворачиваемся. Всего нам нужно провязать 10 рядов для заготовочки, в каждом ряду прибавляя по 3 петли. Так, вот здесь вот смотрим. У нас было вот добавление. Это мы сделаем вот здесь вот. Одну петлю провяжу, со следующей сделаю добавление. То есть мы их располагаем хаотично. Провяжу, сделаю добавление и далее продолжу вязать ровно. И так далее. То есть в следующем ряду я буду добавлять где-то здесь, здесь и здесь. Ну и вот так вот хаотично их располагать, эти добавления. Главное не над собой. Смотрите, провязала я 10 рядов. Последний ряд закончила. Вот так вот это выглядит. Теперь поворачиваемся на эту сторону. Ну как бы для обычного, для нормального вязания. 2 петли подъема и вяжем столбик с накидом, но вот продеваем в предыдущий столбик. И так до конца ряда. Вот так вот. Так, вот смотрим, девчонки, видите, дошла я до конца ряда. Вот таких вот деталей нам понадобится 2. Вот она, одна и вторая.
эту деталь, видите, я еще обвязала столбиком без накида. То есть вот здесь вот, вот точно так же вяжутся они одинаково. Я повернула и вот так вот обвязала столбиком без накида до конца ряда. Это я делать не буду вот так вот, а сделаю 2 петли подъема и еще один ряд провяжу столбиком с накидом. Вот так вот. Вот провязала я этот ряд еще столбиком с накидом, сделала такой вот бортик как бы, и теперь просто вот здесь вот петля, сделала петлю подъема, и сейчас я просто повернусь сюда. Так, теперь мне нужно обвязать вот эту сторону, провязать столбиком без накида. Так, полустолбиком я, вот смотрите, продвинулась на вторую, на второй ряд. Делаю столбик, делаю воздушную петлю подъема и обвязываю. Вот образом, видите, здесь я передвинулась полустолбиками, вернее, ну да, полустолбиками, здесь сделала петлю подъема, то есть отсюда начнется наша как бы планка, или как ее сказать, как назвать, не знаю, тут заканчиваем полустолбиком, делаем 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаем и начинаем вязать со второй. Делаем небольшой скос, но захватываем за вот эту как бы переднюю стеночку. Задняя косичка остается здесь. Вот смотрите. Видите? Сейчас я еще вам покажу еще раз. То есть вот, вот это остается. За одну я захвачиваю. Вяжем до конца ряда. Далее будем продолжать ровненько вязать. Так, провязала я этот ряд до конца. 2 воздушные петли подъема. И теперь вяжу за заднюю стенку, девчонки, столбик без накида за заднюю. Теперь продолжаем без убавлений, без ничего, просто один ряд за переднюю стеночку, второй ряд за заднюю стеночку. И продолжаем ровно, чтобы вот эти все косички были у нас на лицевой стороне. Вот они на лицевой стороне, на изнаночной стороне. Вот такое вот гладенькое. Продолжаем вязание вверх без убавлений и добавлений. Так, вот смотрите, провязала я 13 рядов. Так это выглядит. Сейчас немного заверну уголки. Вот таким вот образом. 2 петли подъема. И вяжем не в эту петлю, которую мы должны вязать, а пропускаем одну петлю. То есть мы будем пропускать в начале ряда одну петлю и не довязывать до конца одну петлю. Вот так несколько рядов. Сейчас довяжу до конца, покажу, как не довязывать. Так несколько рядов провяжем, чтобы сделать скосы. Вот, одну петлю оставляем и вяжем как бы кромочную последнюю. То есть перескакиваем одну петлю. Так, теперь 2 петли подъема, поворачиваемся, вот она наша как бы подъема, эту пропускаем и со следующей вяжем. В конце ряда точно так же одну петлю. Так, вот, мои хорошие, закончила я. Сейчас я вам скажу, сколько я провязала. 5 рядов я сокращенных провязала, как бы сокращая эту ниточку. Мы просто зафиксируем. Вот такая деталь у меня получилась, заготовка. Вторая вот такая вот, которую я вам показывала, и третья вот такая маленькая. Ее мы вяжем полностью как вот эту, только из 8 рядов. То есть то же самое, только из 8 рядов. И оставила я нитку
для того, чтобы мы это все дело пришили. В общем, всего у нас 3 детали. Так, теперь эту деталь мы накладываем на большую, маленькую накладываем на большую и пришиваем так, как вам удобно. Я буду крючком вот этой нитью пришивать вот по этому стыку, где у нас тут 8 рядов. Я пришью эту детальку. Можно иглой, можно крючком, можно как угодно, как кому угодно. Мы вот по этому овалу пришиваем наш карманчик основной детали. Так, мои хорошие, продолжение. Вот сейчас хочу вам показать, как выглядит этот стык. Вот. Вот так вот выглядит наша сумочка в полуфабрикате. Пока. Вот здесь вот я прикрепила, уже пришила, я хочу, чтобы вы поняли, как оно выглядит. Вот такие вот карабинки, все аксессуары, дам ссылочку, я заказывала, нет, неправда. Вот эти карабинки и застежку я заказывала с Алиэкспресса, оставлю ссылку в описании. Вот, а вот эту цепочку я купила в хозяйственном магазине, сюда, вот так вот. Карабинки. Одну я пришила, их нужно две. Вот видите, вот этими же нитками я пришила так, чтобы оно держалось. Видите, очень хорошо туго пришито. Иголочкой с толстым ухом. Нитки основные вот эти. Вторую я пришью вот здесь вот. Вот она будет. И что, установлю вот эту штучку, застежку сюда. И что я делаю с этой цепочкой? 1,5 метра цепочки я купила, взяла вот эту нить основную. Я просто продела нить в эти как бы кольца цепочки. Цепочка не обязательно такая, как у меня. Любую возьмите, купите, девчонки. Какая вам нравится. Крупнее и мельче, это уже на ваш вкус, мои хорошие. Так, куда ты, Вика, залезла? Вот так вот я попродеваю. Вот, и в принципе уже все готово. Осталось установить все наши металлические детальки. Вот, в конце я просто вот так вот продену еще пару раз и зафиксирую эту нить иголочкой, потому что, чтобы она у нас не трепалась и не ворсилась. Обычной иглой с ниткой, вот здесь вот зафиксирую эту ниточку и обрежу с обеих сторон, так сделаю. Мне уже сумка нравится, ее я буду носить. Это там девчонки спрашивали про сумочку размер. Я обычно их либо вяжу на подружкам, либо в подарок. Либо по просьбе подружек, либо кому-то в подарок. Ну, в общем, так, практически дома остается, ничего не остается. Вот. Поэтому измерить я ее не могу. У которой тоже такого цвета была сумочка. Вот это я вот так вот немножечко пройден. Вот такая вот ручка. Видите, она продета. Я ее буду цеплять вот за колечко последнее. На эту карабинку. Вот так вот будет моя ручка. Установлю остатки все и покажу вам. Вот такая сумочка у меня получилась. Вот такие ручки. Видите? Вот она. Это с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.